Смотрите, какой крутой магазин. Здесь только рыбы, ящерки, змеи, лягушки. Кошек, хомячков, подобного здесь нет. Это некий такой террариум. Ребята, такая крутизна. Таких крутых магазинов, которые специализируются именно на ихтиологических вот таких существах, я не видела уже 100 лет. А, теперь красивые. А? Бери, не хочу. Смотрите, как глаза разбегаются. Здесь вот целый ряд аквариумов. Тоже рыбы всех сортов и видов. А вон тут, смотрите, какой прозрачный слоник. А, милота милашная. Такие мелкие цветастые рыбы. О, божечка. Как прям божественно. Огромные золотые рыбы. А, это не рыбы, это эти, которых, видите, рыбы для пруда, которых нужно кормить. Их часто разрешают кормить на всяких. Это тоже рыба для пруда. Здесь какие у них холодные. А вот такие же рыбы без пропаха. Рыбы для пруда. Вот, эти карпы кои. Здесь постоянно во всех океанариумах. В зоопарках кормят уже всех сил. Можно кормить сколько угодно. Они всегда готовы есть, и им это даже не вредно. Трибутика всякого. Все виды водорослей, которые тут поживаются. Там всякие вот на них. Натуральный декор. На сельках здорово, всякие веточки, палочки. Наверное, пойду смотреть его. Я хочу все-таки на рыб и на зверек больше внимания. Здравствуйте. Чебусечки, вы посмотрите на это дурное существо, оно собирает всю грячку. Ну как можно не умиляться? Можно я такого себе на кухню заведу? Он называется робот-пылесос. А вот это... Помните, мы про таких ВКонтакте? Ой, забыла, как он называется. Ну боже, как это мило. Смотрите, какие, смотрите, зеленые неоновые ветки. Как я рада, что сюда зашла. Божечки, это потрясно. А эти рыбки прозрачные. Ну ничего себе. Смотрите, какие тигровые, зебровые.